Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Димон Channel, и я Димон, это мой channel. Вот мне на глаза попалась такая игра, как Generation Zero, или Поколение 0, вроде бы как она переводится с моим идеальным охеренным английским. И я думал, бля, почему-ка не поиграть, интересно, вроде бы какая-то там постапокалипсис, роботы, хироботы, выживание. Это должно быть прикольно. Ну, конечно, пол выбираем мужской. Такс. Интересно, есть женский. Всего лишь два пола? А это же Европа, они же там, у них же там, блядь, три пола, или сколько там, или сколько придумает, кстати, блядь, для европейской игры это, конечно, минус. Минус ставим. Там еще должен пол быть трансгендер, блядь, пидорский козел этот трансгендерский. Так, персонаж А, персонаж Б. А. Ну, С. А, все, разница. О, нигер есть. Интересно, может, за нигера поиграем? У него, наверное, маскировка будет хорошая. Давайте поиграем за нигера. Цвет кожи. Блин, да мне черный цвет кожи. Так, и что у нас будет? Начальная одежда. Стиляга. Нигер-ботаник. Видишь, как сразу? Нигер-ботаника. Нигер-металлист. Нигер-военный. Нигер-бунтарь, блядь. Нигер-пак. Нигер-хоппер, блядь. Нигер-гризер. Слушай, я не знаю, что здесь ему? Ему даже ничего не подгонишь, нигер. Для нигера есть только начальная одежда, нигер, все. А! Есть же его одежда, хип-хоппер, все. Так, синий, давайте-ка синий не будем. Вот так, блядь, что будет меньше заметно. Ладно, пускай будет так. Уровень сложности приключения по умолчанию и авторегулировка уровня сложности. Так что погнали. А, вы можете присоединиться, текущая... Так, так, пизду. А, пропустить или нет? Ладно, пускай будет, я еще не знаю, что там с меня. После Второй мировой войны Швецию ждал... А, Швеция? Швецию ждал экономический подъем. Обусловленный тем, что с стране удалось выйти из этого конфликта невредимой. Однако цена нейтралитета оказалась высока. Неготовность военной, к войне заставляла шведов идти на сделки с Гитлером, чтобы более не попадаться в такую ситуацию, но обретенные... Блять, богатства Швеции были направлены на так называемую тотальную оборону, способность защищать границы и обеспечить безопасность мирных жителей. В последующие годы Швеция активно увеличивала военный бюджет, не забывая при этом готовить население к вторжению с востока, которое казалось все неизбежно. Все жители, мужчины, женщины, дети участвовали в учениях на случай военных действий и четко знали, куда бежать, что делать, когда раздается звук сирены. И самое главное, они были готовы сопротивляться, что, блять... Короче, сопротивляться они были готовы по полной. А, где-то на восточном побережье Швеции 14 ноября 1989 года. Кстати, год моего рождения, только не месяц. Так, вы вместе со своими одноклассниками провели несколько дней на архипелаге, вдали от цивилизации. По возвращению вашу лодку внезапно обстрелили с берега реактивными... Бля, я думал, так не спеша буду читать, ну и хуй с ними. Здесь небезопасно, поблизости есть дома... Так, подробнее отследить отмена... Ну-ка. Так, а где мои друзья? Я просрал. Мне интересно, тоже нигеры, друзья? Так, сердечный ритм там, ага, понятно. Так, обычный дом, чтобы найти что-нибудь полезное. Полезное это же оружие, конечно. Так, опыт 100. Прекрасно. Мне кажется, или какая-то картинка такая, блядь, не сильно ярко выраженная. Ну, хотя Full HD, блядь, ну, что вы хотели, это не 4К. Так, а нажми активировать. Подожди, все, свет. Так, все, пускай, блядь, пускай будет, ладно, свет. В начале игры, я думаю, не должно быть ничего жесткого. Так, что я здесь должен вообще найти, по идее? Так, обычный дом, чтобы найти что-нибудь полезное. Так, вы нашли фонарик, используйте F. Блять, непривычный фонарик. F или действие, или... О, где пистолет? Где? Мой пистолет. А это след от пятерни, да, от ладони шведской, видимо. Дай-ка я выключу фонарик, ну его в жопу. Слушай, а как-то обстановка такая, блять, мрачная. Не, включу фонарик. Мрачная обстановка, сразу включай фонарик. А что, я не могу дверь закрыть? А здесь ее нету. Где дверь? Ё-моё, шведы, где ваши шведские идеальные двери? Давай.
О, это что здесь? Это что здесь? А, активировать. Это что? Это что? Это какой-то непонятный хер? О, е, искать. Это что за крендель? Так, с инвентаря. Все с, забрать. Ира, взять все. Все, взять все. Все, конечно, взять. А рюкзак мне можно взять или нет? А для чего мне бита, кстати, пардоньте? Так, инвентарь, на что? Это ветер. Кстати, я забыл же сказать, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Так, блин, это, я думал, мина, а это какой-то фонарь. Мина, я думаю, здесь бы мне пригодилось. Слушай, мне главное, чтобы не было никакого сюрприза. Какой-нибудь как выскочит кто-нибудь из-под тяжка, знаете, но это ж, блядь, вообще это не круто. Это ж не хоррор. Фу, чего двери нет? Ага, инвентарь это на И. Карта. Что за херь? Паромный причал. Инвентарь. А. О, гляньте, Z. На что это намекает? Правильно. Блин, чего здесь не все вместе сразу? Можно же все вместе сразу, нет? О, навыки здесь есть. Журнал, профиль. Шея, блядь. Так, пасхальный шарф. Эй, не-не-не, не гироцепь же должен быть. Ё-моё, у них гироцепь пропала. Ладно. Давайте искать. Ну здесь же никто не будет это самое. Да, я на всякий случай закрою дверь. Никто ж не будет прятаться. Бля, хорошо, что электричество не обрубили. Это что такое? Бинокль. Бинокль на Б, наверное. М-да. Так, полицейская машина, надо туда сходить, там, наверное, будут патроны. Блин, ну, пока что стрёмно. Хоть это же не должна быть стрёмная игра, правильно? Ну, такой неплохой шведский домик, хочу сказать. Так, это что такое? Раза так, памятка гражданской обороны, если завтра война. Угу. Да подожди, ну там на уно было нажать, типа, посмотри памятку. Ладно, не буду. Ладно, хер с ним, не буду смотреть, хорошо, погнали. Так, в сортире должно быть всегда что-то интересное. Я в плане того не в очке говорю здесь, а вот. Это что за херня, сигара? Доза адреналина. Все, я думаю, мы обыскали дом. Ну, если, конечно, здесь подвала нет. А, вот, выбита эта вся херня. Еще раз смотрим. Все, больше идти некуда. Все обыскали, правильно? Давайте будем уходить. Так, а где у нас... Выключи фонарик. Где у нас полицейская машина была? Блин, звуки эти мрачные. А, вон полицейская машина. Звуки мрачные вообще. Жесть. Найдите патроны в полицейской машине. А, хорошо. Меня будет здесь кто-нибудь, интересно, поджидать, встречать. Но я эту игру, ну, она мне когда попалась, она же мне попалась в Ютубе. Понял. Так, она ж... бля, прикольно, все двери. Попалась в Ютубе. Я, конечно, немного посмотрел. Там вроде бы, когда противник... Противник, когда тебя видит...
Противник, когда тебя видит, то вроде бы стрелка, типа как в Сталкере или где-то, я не помню. А, не в Сталкере, как в Far Cry. Как в Far Cry, такая вот стрелочка с разными цветовыми индикаторами. Найдите и уничтожьте врага. Так, хорошо. Ладно, враг там. Вот, да, видите, как я говорил, стрелочка будет. Так, N поменять патроны какие-нибудь. Никаких. Ну это обучалка, ладно, он, наверное, будет один. Это же обучалка всего лишь. Звуки робота слышали? А зачем я так быстро близко подхожу? Подожди, что значит бой начался? Еще кто-то есть? Так, идите по дороге. Звуки были, слышали? Топот большого робота был. Так, идите по дороге, чтобы обнаружить следы цивилизации. Идите по дороге, чтобы найти безопасное место. Блять, хорошо. А может лучше не по дороге идти, кстати? Если по дороге будешь идти, то же, блядь, как на это, как на ладони. Так. Что за хуйня? Экспансивные. Что? Патроны? Ну, ладно, пускай. Так, могу я их уже сменить, да? Не могу сменить. Хотя написано N сменить патроны. Слушай, а я по дороге не пойду. Оно мне не надо. На дороге ж небезопасно. Ты как вот, это как на ладони там. Блять, может это больше подбавить яркости? Хотя нет, сейчас рассвет. Сейчас будет светло. Это они, кстати, с индикаторами прикольно придумали. Даже это робот там стоит. Ага, это робот, смотри, стоит. Да, он какие-то шумы издает. Посмотрим, знакомы ли этому роботу законы робототехники Азика Азимова. Как-то три закона робототехники, да, там или как-то? А, блять, опять эти звуки. Звуки, как будто, блядь, там что-то большее есть, чем вот этот малыш. И еще вопрос. Это что за херня? И еще. Блять, меня испугала вот эта фигня, когда что там, отображение в луже было. Я чуть не это самое не опукался. Так, уже здесь роботы жахнули. Это ж робот? Да, блин, то кто его обыскал? А меня еще одно интересует. Я когда вот в этом режиме. Ага. Пушка двигается, значит, я не в безопасном режиме. Так. Мне кажется. Зажмите Е взять. Письмо адресовано охотнику. Подробнее Y. Так, письмо найдено в разбитой машине на основе Ибохальмен, блядь. Вот они придумали. Адресовано охотнику Курту Ахльгрену, блядь. Аглы, блядь, еще напишите. Из местечка Бьоркнес, которое также находится на И. На вашей карте обозначена лесная зона под названием пизду их. Дословно леса Бьоркнеса. Ага, Бьоркнес, все хорошо. Судя по всему, его дом должен быть близко. Кто знает, быть может, в доме осталось охотничье снаряжение. Прекрасно. Ну, там еще есть что обыскать. Шлагбаум испугал. Ё-моё, чё, блядь, мне все кажется. Фейерверк. Ладно, будем праздновать, когда убьем робота. Кстати, а знаете, что я забыл? О, блядь, здесь еще эта херня открывается. Я забыл сказать. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Вот что я, блядь, забыл сказать. А что, я не могу здесь открыть, все? Кто-то меня услышал. Где он?
кто это был. Он в лесу. Оказывается, в лесу тоже небезопасно. Вон он. Блять, он двигается. Сука, тебе законы робототехники похуй, что ли? Реально. Ух, я думал, еще один бегит, нет. Или бежит, как-то правильно. Мне сейчас вообще даже не важно, как правильно. Бегит или бежит. Ладно, все, хорош, что пытаться на месте. Погнали. Надо идти. Блин. Видимо, к тому дому. Но хотя и здесь надо все пролутать. А, найдите дом Бьёркнесса, принадлежащего охотнику. Подожди, давай на карту посмотрим. Вот этот Бьёркнесс. А, это убежище, слушай. Но я прибежал отсюда, значит мне все верно. Идти вот сюда. Там будут роботы по-любому. Привет. А, помните, бой далеко не всегда является лучшим решением. Да, скрыться тоже приносит результат и экономит патроны. Блин. Если здесь древесину надо, ну разбери-то патроны. Подожди-ка, может, я могу наверх залезть? Блин, а там собака, видели, была? Блин, собака как-то стрёмно. Так, собака как делака. Сейчас, походу, будет очень дохрена народа. Точнее, роботу. Охереть. Бинокль. На что бинокль? Давайте посмотрим. А, настройки, геймпад, клавиатура и мышь. Это все херня. Привязать клавиши. Стрейф влево, блин, стрейф. Бег, действие, стрелять. Режим прицеления увеличить. На мышку увеличить. Уменьшить. Перезарядка. Переключение между режимами стрельбы. В. Переключение между типа патронами. Н. Основное оружие, предмет, фонарь. Переключение между режимами ведения. Видимо, огня взломать врага. Я, наверное, еще не могу. Посигнались, покинуть транспорт. Открыть. Эмоции, С, а ну-ка. Пиздец. А чё вы стреляетесь? Стоп, Подбегай поближе. Так. Как вот у вас много. Ну, давай поближе. Вон хуйня какая-то. Ё-моё! Ты сдохла, нех? Погоди, что ты его с первого раза убил? У него реактор какой-то или что? Это же еще не все? Смотрите, ему в грудину стрельнул, сразу это самое, одного вынес. Или я по нему уже нормально просадил через кусты, или же есть у них место, куда можно... Подать с первого раза убивать. А чё-то я не могу это самое. Жизнь сам не восстанавливается. Это не есть круто. Так, понятно. Здесь сразу все на. Жутко. Жутко, конечно. Это что за херь? Подожди. Где фонарик? Ой, бля. Ой, не фонарик, а бинокль. Может, его вот так надо? Навесной бороду. Так, надежный легкий бинокль. Позволяет собирать разгадание машинок с безопасного расстояния. А как мне его поместить в ячейку? Все. И что получается? На 4 бинокль? Вот как. Жаль, что у меня ячеек мало. Так, а здесь пистолет у нас нормально, короче. Я не уверен, что им буду пользоваться. Хотя буду, я это самое люблю. На дальней дистанции работать. Церковь и бог воли. Мина какого-то. Надеюсь, там никто не спрятался.
Есть кто здесь? А то я выстрелю. Нет никого. Все, заебись. Ну и, кстати, здесь ничего нету. Блин, а может же быть в этой церкви быть роботы? Надо вслушаться во все. Нажмите взять. Записка, уиска. Маркус, если ты это читаешь, мы решили отправиться на ферму Стенхага, блядь. Стенхага. И встретиться с Андерсонами. Так, не могли бы больше... Так, не могли бы больше ждать. Надеемся, встретимся тебя там. Я стал старину Бетта в церкви, где ты прятался, когда был маленьким. Помнишь? Он заряжен, так что аккуратнее. Делай, как я учил папа. Круто. Я не помню и не знаю, как учил папа. Это что? Сигнальная шашка. Может, ему сигнальную шашку кинуть? Ну, может быть так. Зажмите искать. Пять. Ну, пускай, допустим, будет. Пока я думаю, что... Контейнер. Так, легко взнимаемый по его... предметы. Буду еще читать про контейнер, ё-моё. Контейнер что-то ложит. А. Jesus. Охереть. А чё это за херня такая? Почему не такие значки? Почему я не могу подожди забрать предмет? Забрал предмет. Забрал предмет. Блять, все заберу. У меня бесконечно. О! У меня бесконечно, и у меня, блять, заебись. Вот это контейнер. Давайте-ка сразу я сейчас себя оснащу. Снайперка. Как я... Так, поместить в ячейку снайперку. А, подожди, сначала надо снайперку, наверное, снарядить. Нет. Ее, наверное, снаряжать надо... Уже потом. Так. Так, магазин для котенки. Котенка. Это что, расширенный магазин, блядь, увеличенный. Нет, здесь же. У меня же был большой прицел, нормально. Это ж не это же, блядь. Подожди. Ну у меня же был большой прицел, или мне показалось? Выбросить предмет. Подожди. Как на снайперку профили команды... На снайперку надеть предмет. Или это... Хотя не для нее, ладно. Допустим, теперь... Штурмовая винтовка или пулемет мне сейчас? Пулемет, конечно. Так. Навесное оборудование. Так, магазин. Все, магазин, значит, стоит. Прицела нет, патронов нет. Все, и что он получается? А, да, у меня он с магазином. Все, помещаю в ячейку. И, значит, секунду, я понимаю, очень долго. Так, патронов нету, да? Патронов нету. Хорошо. Надо, значит, с пулемета, допустим, на штурмовую винтовку поменять. Навесное оборудование. Так. Магазин есть. Прицел нет. Ага. Ладно, пускай, допустим, поместить в ячейку. Так, навесное оборудование, патроны, стволы. И прицел. А на что тот прицел тогда? Все, нормаш. А, секундочку еще. Еще патроны. Патрон калибра
Блин, аккумулятивные снаряды. Понял, значит, у меня получается... Ну, вот сюда есть патроны. Ну и сюда, так. Патроны вот есть. 9.39. Ну, пускай будет вот этот патрон. Магазин есть. Прекрасно. Прицел. Блядь, для кого тогда тот прицел? Поместить в ячейку. Сюда. Прекрасно. Все, теперь все лутаем. А, это радиоприемник. Я думал, здесь... Мне надо просто множество патронов. Мне, в принципе, этого хватит. Это что? Текстиль. Блин. Здесь, походу, крафтить будем жестко. Радиоприемник. Это что за хрень? Ага. Накладные ногти розовые. Иди в пизду. Видно сразу, что Геро по игру делала. Так, синяя, коричневая. Кепка мне надо, давайте мне патроны, все. О, а это что, можно взять? Нет, это нельзя взять, конечно. Пока мы найдем этого деда или кого там, блядь, я не помню кого. Уже это самое время пройдет, наверное, час игрового времени. Голубые, вот что у них, блядь, все, голубые, розовые ногти, блядь. Даже там было заменить написано ли что? 6 секунд. Велосипед. Что за хуйня? Так, очередь, автомат. Все, пускай будет автомат. Я если что с... Блять. СМС, кофеески. Я если что сам... Очередью просто ругаю. О, глянь-ка, прикольно, если роботы оттуда будут попадать, сверху можно их просто принимать. О, бомбер коричневый, лыжная. Дождевик, слушай, ну а мне сейчас это нахер пока ничего не надо. Я бы себе, наверное, ботинки сделал. Ботинки, сапоги перехватчика. Носки с сандалиями белые, резиновые сапоги желтые, высокие кроссовки белые. А, нет доступных схем. Ну и хорошо. И не сильно надо было. Так, ага, сложить все ресурсы. Ладно, я пока здесь не умею делать. Давайте пока дальше идти по миссии. Вау. Дрободан. Подожди. А патроны к дробовику? Все, конечно, я понимаю. А патроны? Ну что, ну зайдем, конечно, в инвентарь. Ладно. Не понял. А где дробовик? А, вот он, дробовик. Так, картечь. Пускай будет картечь. Вместо чего мы его заменим? Вот, место, конечно, вот беспатронной херотени. Все, погнали. Этот крендель, кого мы ищем, он будет по-любому внизу. Туда, видите, указатель указывает на низ. А пока указатель указывает на низ, вы ставите большие пальцы вверх. Да, и не забывайте подписываться, ставить лайк и комментировать. Да, иду правильно. Правильно, как говорится. Бля, что за херня? Упс. А меня сейчас будут ждать здесь, да? Нахер. Так, нажмите Е читать. А, мы пошли на ферму Стэнхага. Так, чтобы встретиться на время. Так, приходи туда. Понял. Понял, я здесь, конечно, искал темное, как говорится, в темной комнате черного кота, которого и не было.
Блин, слушай, а здесь дорога такая будет? Ну, такая дорога будет длинная, мне кажется. Так, вон отметка есть. Блин, ну фишка в чем? Подожди, а здесь же нет сохранения? Да, там написано автосохранение. Фишка в чем? Они же меня будут впервые видеть, эти скоты железные, или как? Или я их буду впервые? Или мне с биноклем ходить? Ну, кстати, можно просто быстро пробежать, сопротивлением не оказывать на них, ну, как говорится, поджав хвост и все. Но я думаю, надо будет постреляться. Ну, если там, конечно, сильно здоровенных не будет. Блять, оно мне надо, конечно. Я лучше сбегу и все, храбро сбегу. Как говорят, наступление в обратном порядке. И здесь ходишь реально, вот все это самое, усматриваешься, вслушиваешься. Потому что даже когда этот индикатор, что тебя робот заметил, вот внезапно появляется на мониторе, и ты... А ты его не видишь, уже начинается, конечно, такая вот небольшая легкая паническая атака. Особенно, если ты его не видишь, а тебя он видит, блин. Так, металлических нету этих рыб. Аптечка есть, аптечка. Ебать, копать. Ну ладно, я думаю, сейчас пока на аптечку внимания не будем обращать. Блин, я бы там бы, конечно, поковырялся. Ага, там пиздюк есть. Ну, давайте-ка его через бинокль посмотрим. Волнительно так, кстати. Так, присядем. Ёбу. О, блядь. Так, прекрасно. Ну, там еще один какой-то есть. Блядь, эти металлические звуки. Ё-мо. Где? Откуда кто? Откуда кто куда? Понял. Все? Jesus. Иногда правда говорят, лучше сбежать. Сбежать как обратный герой. В смысле трус, блядь. Все берем. Все забираем. Так, ага. Где аптечки? Как лечиться аптеками? Надеюсь, всех завалил. А, ой, это СТРВ, да, этот шведский же танк? Вот как он там, СТРВ С1 или... О, вояка. А, так, патрон, блядь, где аптечка? Или у меня есть аптечка? Вот в чем дело. Так, кто там? Кто там есть? Если что, выходи, эту гранату брошу. Так, казарма. Что? Вот, это его... Эту, кстати, я... Эту я возьму. Эту штуку я возьму. Я же за черномазово играю. А, поднять привет, классическая... Нахер мне эта лошадь. Кепка козырьком вперед. Это тоже можно взять, это хоть не пидорская. Блин, машину не могу обследовать, видимо.
Столько мало прошли, а уже это самое, жизнь много. Так, давай-ка пока в инвентаре поковыряйся. Может, реально есть оружие? Нет, патрона нет. Настройка это что? А, простая аптечка. Ну, пускай будет на 5. Простая аптечка сколько? Сойдет. Хотел сказать, сколько она это жизни меня сделает. Блин, здесь вот реально надо вглядываться. И то они тебя первые это самое замечают. Так, музон. Музон такой легкий накатывает. Я этот музон вообще фоном поставил от игры, чтобы она, блять, ну, не это самое, не того, не надоедала. Ну-ка. Так, мне это... О, нихера себе. А метку не поставишь, да? А, может с ним в бой вступить? Ну, хотя там как одни очень мудрые люди говорили в подсказках в игре, что лучше иногда слинять. Блин, а я его через мушку не вижу. Через мушку прицела. Да, я сейчас пока, наверное, с этим оружием навряд ли захочу с ними сражаться, но... Это стрельба? А, это... Опачки, кто-то там... Бля, их здесь дохерища. Пизда. Я сейчас обойду немножко. А кто меня увидел, блядь? Будем перебежками. Перебежками будем херачить. Блядь. Это, блядь, это мышь какая-то была. Блядь, потом обыщу, потом обыщу. Меня здесь сейчас... Меня сейчас баню здесь набьют. Откуда стреляет кто? Я слышу бег. Блядь. Вон он. Это еще не все? Блять, это еще не все. Кто там? Блять, всех козлов сейчас много будет. Я иду к нему навстречу, я несу ему цветы. Это еще не все, а что он? Где? Где он? Так, обойма полная, точнее, магазин. Сколько у вас, блядь, дураков? Конечно, взять все. Слушай, у них... Они заминировали этими клопами, блядь, походу. Блядь. А с кем бой начался? Он, блядь, походу бой сейчас должен закончиться, а не начаться.
Блять, показалось. Ну-ка. Блять, у меня 50 этих. Нормально. Так, там мелкий пиздюк бегает. Вон он. Да, блядь! Носится, блядь, как собака сутулая. Опс. Ладно, пускай-ка. Ё-моё. Благо, что здесь пока относительно... Так, инвентарь, оружие, снайперка есть у меня, патроны. О! А сейчас кому-то будет хана. Ты здесь как оказался, блядь? Сука. Подожди, это ж не снайперка, на. А чё я думал, что это снайперка? Получи, бля. На, бля, получи, бля. Кто там стучится в дверь мою? Слушай, ну... Сколько их? Вон, вижу. Их сильно дофига, я не могу оборону держать так долго. Кошмар, здесь даже ничего нету. Так, давай-ка высмотрим их. Так, около СРВхи нету. А куда они делись? Они самоуничтожились или что? Ладно. Секунду. Ну это ж это винтовка, блядь, а чего это? Чего я думал, что это автомат? Пойдемте, все, надо пройти теперь по трупочкам. Потому что там есть много чего интересного. Вон он. Так, давай перезарядимся и к нему поближе подойдем. Все. Еще должен быть. О! Там не один. Там он не один. Давай резко блутаем его. А где эти колдыри, которые не одни были? Там их два было целых. Да, сразу надо перезарядиться. Сколько? 16. А, простая аптечка. Ага. Ну, благо хорошо, хорошо выдает этого патронов. Ну чё вы? Ага. Так. Надеюсь, там не будет ждать меня сюрприз.
Блять, кто-то в лесу. Подожди. Как мне лучше сделать? Короче. Камень. Показалось. Дай-ка фонарик включу. Это... Бля, мешок пустой. Показался, блядь, теперь казаться будет как-то... Фантомное, блядь, казание будет. Показание, блядь. Фантомное показалось, короче, да, теперь будет. Это как клеща, когда снял с тела. А потом хера кажется такое ощущение, что ты весь в клещах. Я вообще это не в ту сторону от фермы пошел, когда увлекся стрельбою. Ладно, их нету. Секунду, надо бинокль. Потому что там что-то же интересное есть. А, нет, я думал, это ангары. Я-то думал, это ангары. Там оказалось просто перевернутые. А кто меня тогда пас? О, уже почти близко. Я думал, еще бежать и бежать. Ну, если там народ есть, сейчас смогу пострелять этих... уничтожить... Понял. Мне бы оптику бы. Сейчас, секунду, надо посмотреть. Ну почему? Вот, у меня инвентарь есть. Оптика. Так, увеличение. 27. Так. Прицел для РЛГ. А, это не может быть случайно для РПГ, блядь. Ладно. Блять, оптика надо. Просто надо оптика. Замечудника. Суки. Так, всех уничтожил, блять, патроны потратил до хера. Подожди, а сказали же всех, четырех уничтожить только. Так, дайте-ка я пройдусь по вашим жирненьким тушкам. Может, здесь что-нибудь будет? Клеще вещество. Угу. Ну, херня какая-то. Оружие 0 из 1. Странно. Так, где заход? Может, вам газ отключить? Сами выйдите, покажете, где заход. А так, а я уверен, что мне сюда надо? Блядь, там заход был обычный, без двери. Ну, здравствуйте, как говорится. Опять на водке мы ушли туда, блядь. Слышали звук? Что такое? Стандартная... О, аптечка надо. Десятое ноября 80-го. Да нахер мне эта газета жопу утереть только. Так, говорят, исследовать... ферму эту.
меня. Спасибо, я предпочитаю брать, чем отдавать. Ух ты, мне еще подкинули патронов для карабинчика. Приятно, приятно видеть. Так, это что у нас здесь? Деревесина, для чего, не знаю. Пока что не знаю. Можно сверху стрелять. Потом я чуть попозже разберусь с крафтом. Или как он там называется? Крафт, да. Шрам. О, пускай будет. Разберусь. И, в принципе, можно будет что-нибудь пиздато делать. Может, я сделаю, как он называется, прицелся. Ну, а на этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться, ставить лайк и комментировать.